Скучать по конькам осталось недолго. Открытый каток в парке Малевича почти готов к сезону. Остекление коробки сделано, металлические трибуны собраны, установлен внешний борт. Теплая погода, заливки льда не помеха. Под основанием проложено 300 так называемых айс-матов. Это гибкие резиновые шланги, которые в ежедневном режиме морозят покрытие. Запланированная толщина льда 10 сантиметров. После полного застывания покрытия нанесут разметку. Здесь, как и прежде, будут проводить массовые катания, хоккейные матчи и ледовые шоу. Если правильно залить каток, поддерживать его в должном состоянии и регулярно проводить комплекс работ, то открытая ледовая площадка будет радовать любителей и профессионалов катания на коньках до окончания сезона. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».